Сегодня перед министерством стоят масштабные, востребованные временем задачи. Наиболее активно внедрять передовые информационные технологии и новейшее оборудование, развивать системы предупреждения населения и прогнозирования рисков, совершенствовать методы подготовки квалифицированных специалистов. И, конечно, особого внимания требуют вопросы просвещения, повышения культуры безопасности, жизнедеятельности человека. Еще раз с праздником! Желаю успехов, здоровья, благополучия. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Москва, Кремль, 23 декабря 2013 года. Я несчастна.
Это студентки МЧС, красавицы. И вот, пожалуй, где у нас самая-самая-самая-самая. Вот она, София, победительница мисс МЧС. Друзья, ваши аплодисменты. Не только красивая, но еще и спасет. Красота спасет мир, недаром говорят. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, спасателей. Спасибо огромное за ваш труд и дай вам Бог всем здоровья, счастья. С Новым годом! До свидания! Сейчас, как во все времена.